Друзья, это наш крайний завтрак в Бангкоке. Это самое вкусное, что мы ели. Ели мы, надо сказать, не очень много, не всегда удачно. В общем, вот этот супчик самый удачный. Сколько он стоит? 35 бат. Так, ну блин, камера, ты что-то попила. От кашля. Так, здесь, в общем, вот такая лапша рисовая, прозраченькая. Белое мясо куриное. Кинза есть. Мы сами сюда добавили арахис. Все очень вкусненько. И вот эту травку. Так, приветствую вас сегодня. 23-е, да? 23 ноября. Утро. Кофе. И у нас сейчас будет кофе. Мы сидим в кафе, которое называется вот так. Ну, кафе де кофе. Я не накрашенная, мне хочется краситься. И что хочу сказать, здесь везде потрясающий кофе. Ну, кроме Макдональдса, конечно. В Макдональдсе отвратительный. Так, это капучино. Ну, вчера мы пили, кофе был дороже, но там чашка была в два раза больше, да? В два раза? Ну, полтора. Еще мне очень нравится, что сахар не насыпают, потому что я не всегда пью кофе с сахара. Очень люблю. Если хороший кофе, я люблю без сахара. Здесь ешь. Круассаны были поданы на таких дощечках с деревянной ложечкой и вилочкой. Круассаны были потрясающими. Сказал Арслан, что они называются баттер круассаны. Друзья, привет! Мы в бангкокском аэропорту. Здесь кондиционеры работают со страшной силой, поэтому мне пригодилась кофта. В общем-то, я сижу вот в этом комбинезоне, в котором вы меня уже видели. И надо сказать, что очень интересно в аэропорту сидеть, наблюдать. Правда, сейчас я лежала, пыталась уснуть. Вот. Мы взяли вот такую тележечку бесплатно, чтобы не таскать. А чем интересно? Тем, что здесь разные люди ходят. Но особенно хорошо в зоне прибытия arrivals. Здесь в зоне отбытия не очень интересно. По-моему, я вижу, что по китайцам. Так, я все еще болею. Ну, знаете, там бассейн, водные аттракционы. Все-таки, когда ты болеешь, это не очень хорошо. Но пропустить это я тоже не могла. Вот, поэтому мы купили антибиотик в драгсторе. И вот теперь сидим в аэропорту. Что вам интересного показать? Давайте покажу вам вот такой экран. Так, итак, мы вылетаем в Хо-Ши-Мин. За бортом остается Бангкок. Yeah.
Я надеюсь, меня слышно. Я хотела сказать, что нас очень сильно потрясли к аэропорту Бангкока. До сих пор мы долетели нормально со всеми своими шампунями, гелями для душ, с крабами. Я снимала видео, как я собираю сумку. Да. И хотя, да, есть миллион видео о том, что набор самолета больше 100 мл жидкости проносить нельзя, все равно этого не поверили. Ну, как-то все пропускали, нормально проходили. И, в общем, короче, мы сейчас все свои шампуни, все это выкинули. Лично я даже почувствовала облегчение. Конечно, сожаление, потому что на это уходили деньги. Крупно мною зарабатываем с таким трудом, в таком маленьком количестве. Но облегчение в том, что нести сумку стало легче значительно. Хотя нет.
ธุรกิจค่ะเราแนะนำท่านไปถึงท่าอากาศยานตันซอนงานโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเป็นเที่ยวบาระค่ะเวลาท้องถิ่นนะคะนี่คือเวลา 17:30 น.ซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกับเวลาที่ประเทศไทยค่ะเพื่อความปลอดภัยการยังคงเรียกประจำที่และยังคงปิดสวิตช์โทรศัพท์มือถือวางสัญญาณด้วยนะครับจ้าNadо получать еще лицензию, да? Мутубай, надо. Так, у вас хороший. Машину брать дорого, если я хочу мотобайк, я должен лицензию получать, да? Рендер. You need to rent a motorbike? Rent? Скажи. Do you buy? Not buy. Not buy. Just rent. Rent a bike. Yes. Так, все. Во Вьетнам нас впустили без проблем, но мы сами тебе их создали. Чем-нибудь надо расплачиваться. Я мир, у нас проблемы с Да, да. А мир у нас как пропуск во все. У нас везде приорити. У нас визу дали и даже горелый паспорт вообще. Ну, горелый паспорт, я так думаю, уже просто отработал свою программу по поводу горелости. Пока временно. Еще будет. Подскажите мне адрес.